Всем привет! Сейчас покажу, как установить аватарку в кабинете в своем. Так, заходим на сайт GLTOR System. Нажимаем, копируем, переходим в Telegram Bot. Отправляем. Так, возвращаемся назад. Вот у нас кабинет немножко обновился. Здесь немножко информация про Кипр. Итак, вот здесь вверху, видите, да, написано ваш логин. И у вас здесь кружочек безликий. Нажимаем на имя, открывается ваши данные. Здесь желательно все заполнить, вот прямо все, чтобы не было пустых строчек, это очень нужно. Далее нажимаем «Загрузить аватар». Выбираем фотографию с телефона, либо с компьютера. Допустим, вот эту я выбрала. Нажимаем «Готово» и загружается. Все. Аватар загружен. Можно посмотреть. Вот теперь я стою на площадке Тринар. Моя фотография теперь стоит на месте. А было вот так же. Сейчас проработаю с партнерами обязательно. Всем установим, и будут у всех видно, что это люди живые, настоящие. Всем пока!